101. Сводка пожаров и происшествий. Будьте бдительны. 21 марта в 17:47 в Центр оперативного управления Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Теребень Пинского района. В 18 часов спасатели прибыли на место и установили: открытого огня нет, из-под кровли дома идет дым. Хозяйка находится на улице. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка дома и имущества. Пострадавших нет, рассматривается версия «неосторожное обращение с огнем». 24 марта в деревне Новый Двор Пинского района горел жилой дом. По прибытии спасателей хозяева находились на улице. Из-под кровли жилого одноэтажного кирпичного дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Пострадавших нет. Возможная причина возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.